Солнце – символ вечной жизни, танцующие стерхи – птица счастья и благополучия, волшебный цветок сардана. Все символы обереги народа Саха собраны в праздничном панно. Есть очень хорошие формы. Вот это вот, посмотрите, вот сюда, вот это вот. Это природный. Стерх – любимая птица народа Саха. Про нее слагали легенды. Существует якутское поверье. Увидеть и при этом не вспугнуть танцующих белых журавлей может только счастливый человек. В древней мифологии Аланхо стерх – это светлое начало, помощник и покровитель людей. А сардана, разновидность лилии даурской, несет любовь и согласие. Поэтому они и заняли центр алмазного панно. Камни всегда, они очень энергии дают, да, алмазов, такой энергии, чтобы этот выложить такую картину, надо заранее все придумать, как надо выложить. На изготовление ценного подарка для 12-й фабрики понадобилось 7000 карат драгоценных камней. Самый крупный кристалл алмазного панно весит более 30 карат. Для данного панно мы использовали продукцию Удачинского ГОКа с месторождений трубки Удачная и трубки Заполярного Верхнемудского месторождения, а также сопутствующие минералы, представленные хризолитами, пиропами, это сопутствующие минералы Удачинского ГОКа, а также сердоликами, которые в свое время нам предоставил алмазы Анабара. После посещения алмазной комнаты работники фабрики еще долго делились впечатлениями и восхищались увиденным. В общем, праздник удался. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».